Для приготовления хашламы нам понадобится 2,5 литра воды, 1 килограмм баранины, 9 картофелин, 2 луковицы, 3 болгарских перца, 3 помидора, полстакана подсолнечного масла, 1 чайная ложка приправы хмели-сунели, 2 чайных ложки молотой паприки, 1 столовая ложка соли, пучок петрушки или кинзы. Мякоть баранины режем на небольшие кусочки. Баранину на косточке оставляем так. Лук нарезаем мелкими кубиками. В большую кастрюлю или казан наливаем подсолнечное масло, даем ему хорошо прогреться. В разогретое масло добавляем баранину и обжариваем со всех сторон. Когда баранина обжарится, добавляем репчатый лук. И обжариваем его вместе с мясом. Добавляем воду, даем закипеть. Даем баранине приготовиться. Нарезаем болгарский перец крупными кусочками. После того, как баранина приготовилась, добавляем болгарский перец. Помидоры режем мелкими кубиками.
Помидоры добавляем в кастрюлю, где варится болгарский перец, баранина, лук. Картофель нарезаем мелкими кубиками. Добавляем в кастрюлю. Добавляем соль, приправу хмели-сунели, молотую паприку, и еще добавляем воды до верха кастрюли. Мелко нарезаем петрушку. Если картофель уже сварился, можно добавить в кастрюлю нарезанную петрушку. Все перемешиваем, даем закипеть и варим 5 минут. Приятного аппетита!